заслуженный артист Республики Ингушетия, обладатель высшей музыкальной награды Кавказа «Золотой микрофон» Алаудин Эсмурдиев. Встречайте! Приветствовал я с огромным удовольствием.
Хочу отметить, что у нас находится экс-президент Ингушетии Мурат Магомедович Зиязиков в нашем зале. Я благодарю вас, Мурат Магомедович, что вы поддерживаете наших артистов так же, как и прежде. И всех вам благ, чтобы больше оптимизма и здравого, конечно, здравой жизни вам. Мне очень приятно вас видеть в зале. Пользуясь случаем, хочу поздравить свою коллегу, моего друга Малику Уцаеву. Нам Мурат Магомедович звание давал один и тот же год. В 2003 году это было. Я не могу не благодарить Мурата Магомедовича за это. И все. Малика Уцаева была очень этому рада, этому событию, потому что первое звание, которое она получила в своей жизни, это была заслуженная артистка Республики Ингушетия. Я этим горд очень. Спасибо.